А-а-а! Что с тобой делать? Может, вырубать свет? Да, смотрите, я пережил нападение панды. Воу! Нет, я, походу, не пережил нападение панды. Я не пережил нападение панды. Эй, друзья, всем море приветов, всем богашечки Нептуна здесь, это рубрика FNAF Parody. Продолжаем же проходить «Последнее дыхание» — The Last Sigh. В этой игре мы играем за девушку Валентину, которая решила подработать у своей бабушки в старинной антикварной лавке. То есть там всякие разные антикварные штучки продаются, даже есть аниматроники и прочие-прочие вещи. Некоторые из них довольно страшные и пугающие. Наша героиня уже заподозрила какие-то странные происходящие там события. И после каждой ночи она звонит своему, видимо, брату, кузену и рассказывает о том, что она видела. А он каким-то образом пытается ей помочь. Но уйти она не может, потому что ей очень нужны деньги. Третья ночь, друзья. И сейчас, скорее всего, будет звонок. Буду переводить его как смогу, потому что English я знаю плохо, а субтитров здесь нет. Алло, Кристобал? Наконец-то ответила, тебе весь день звонила. Сорянчик. Я... типа работал. Ну, в общем, не мог использовать телефон во время работы. В общем, потом тебе расскажу обо всем. Что случилось? Да? Нет? Я не знаю. Я реально не знаю. Я не понимаю. Успокойся, Валентина. Что произошло? Вчера я была немножко на нервах. Что-то я сделала, то, что ты рекомендовал, я что-то там на столе сделала. И заиграла музыка через проигрыватель, какая-то странная. У меня от нее мурашки были. Что это была за музыка? Я не знаю. Я никак не могу сказать. Ну там какой-то, в общем, страшный звук был. Из этой, помните, там пластиночный проигрыватель был? В общем, когда заиграл мелодию, она клянется, что увидела какое-то лицо. Помните, оно нас убило в первой серии? То есть, играет мелодию, и начала появляться лицо странное. И вот она рассказывает об этом, типа, что она вообще считает, что она сходит с ума. Но реально, она думает, что это привидение. Кристобал? Ты там еще? Да. Извини. Я просто перевариваю, что ты сказала. Ну, типа, я бы это тоже не поверил, если бы это не видела лично. Там, короче, какая-то чертовщина происходит, она об этом рассказывает Кристобеллу. Ну, типа, я буду очень признателен, если ты не будешь, типа, угорать над этим. Он, видимо, там как-то подшучивает над ней. А он говорит, а, ладно, извини, я просто хотел, чтобы ты немножко расслабилась. Но теперь давай серьезно. Я не думаю, что что-то тебя может кто-то напугать. Просто делай свою работу, не обращай внимания. В общем, я уверен, что с тобой ничего не произойдет. Я не думаю, что это просто... вот она рассказывает про снеговика. Помните, там был снеговик? И что снеговик сделал? Я понимаю, что это не настоящий снеговик, но... Короче, он... Он со мной в комнате с самого начала. Он, типа, ничего не делает, но... А, я помню, он, короче, блокирует нам. Помните? Там... Типа, как это возможно? Как снеговик может блокировать там что-то? Как это возможно? Я не знаю, как это возможно, но это происходит. Это очень странно. Это место очень странно. Короче, снеговик там, я помню, что он что-то блокировал. То ли свет блокировал, то ли музыку я не мог выключить. По-моему, он блокировал мне выключение проигрывателя. В общем, говорит, я поговорю с бабушкой о том, что ты сказала. Мы найдем решение. Я, в общем, надеюсь... А, ну...
Он говорит, типа, я поговорю с бабушкой, скорее всего, этому всему есть логическое объяснение. Она говорит, окей, надеюсь, ты прав. Буду ждать. Что-то про соседей, про завтра пойду домой, может быть, не так перевел. Так, расслабься, слушай меня. Что-то там, короче, было бы хорошая идея отключить что-то из розетки. Я теперь не могу это сделать, потому что почему-то. А он предлагает ей отключить, короче, проигрыватель нафиг из розетки. А она не хочет. Она боится, что там бабушка начнет ругаться из-за этого. В итоге она не хочет выключать проигрыватель, который играет иногда странную, страшную музыку. Это угорает, чувак. В общем, я продолжаю работать. Я завтра поговорю с бабушкой. Увидимся завтра, бла-бла-бла. До свидули. До свидули. Береги себя. Вот как-то так. Ну, короче, суть, я думаю, что вы поняли. Я, конечно, очень ломанно перевел, но, типа, она видела снеговика странного, рассказала ему о этом проигрывателе, который иногда сам по себе начинает играть, и появляется какая-то рожа. Вот этот проигрыватель. Вот он. Да, блин, убери камеру. Он сам иногда начинает по себе играть. А вот снеговик, он иногда блокирует, видите? Свет. Без света начинает играть. Иногда снеговик блокирует кнопку, и мы ничего не можем сделать. Также... О! Вот эти вот. А чё он упал? А как его поднять? А, все. Все, подняли. Так, они падают, их нужно поднимать. Собственно, пол первого. Здесь иногда нужно синхронизировать часы. А, так, тут появился какой-то... это перерезать кабель можно. По-моему, да? О, снеговик убежал. Что делать? Эй! У меня эти... Я не могу теперь вспышку использовать. Эй! Что это такое? У меня эти два чека. Меня грохнул снеговик! Этот гребаный снеговик меня убил! В этой гребаной антикварной лавке! Вот по этой причине мне нельзя перерезать кабель. Ха-ха-ха. Я понял. То есть перерезать его нельзя. А зачем тогда там вообще эта иконка ножниц? На кой ляд она там? Да, вспомнил. Я реально не играл просто с момента первой серии. Что это за звук? Эй! Эй! Какого лешего? Почему у меня в левом ухе начало что-то играть? Да, твою мать! Боже! Ты еще кто? Че за человечек? Кто меня грохнул? Почему? Че? Как? Что? Как? Я не понимаю. Да, вот. Я слышу, где-то играет музыка откуда-то. Он где-то с левой трубы или спереди. Light it up. Что делать-то? Короче, когда заиграла музыка, мне нужно что-то где-то подсветить, как я понял. Но я пока не понимаю, что именно. Так. Так, дамы и господа. Тут в основном нужно, я так понимаю, подсвечивать вот этих вот экспонатов этой антикварной лавки. Эту собаку. Тут все убежали, тут все убежали. Тут никого нет. Тут никого нет. Ты... О, видали? На меня посмотрел. Опять какие-то звуки страшные. Мне не нравится. Арлекин на месте. Что это было? А-а-а! Что с тобой делать? Может вырубать свет? Да, смотрите, я пережил нападение панды. Вау! Нет, я, походу, не пережил нападение панды. Я не пережил нападение панды. Как его прогонять? Один, типа, удар светом. Ну, типа, для него это не больно. Но, может быть, несколько ударов светом будет больно. То есть мне нужно было чаще на него моргать? Так получается? Так, давайте сначала. Смотрите, у нас есть дракон. Он тоже иногда выбегает. Пока он на изначальной позиции, то есть на камере 4А. Если где-то в другом месте увижу, нужно подсветить. Также Арлекин постепенно встает. И вот этот сутулый на меня смотрит, его тоже прогонять. И вот эта собака на меня смотрит, тоже нужно светом прогонять. Вот этих, тут панда и какой-то крокодил зеленый. Их
цветом на камере ты не можешь прогонять. Их только, видимо, прогонять, когда они ко мне непосредственно приходят. Вот как-то вроде бы так. Для чего свет вырубать, пока не знаю. И вообще, нужно ли его вырубать, чтобы себя защитить, тоже об этом не знаю. Вот кого не подходит эта гребаная панда. Будь она неладна. Так, Арлекин без движения. О, видите, на меня посмотрел? Я его щелкнул, он отвернулся. Нормально. Час ночи. Панда готова приходить ко мне в гости. Ну и будем ее сверкать по-жесткому прям. Жестко сверкать на панду будем. А, вспышкой? Вот так, прям вот так, нафиг. Не пройдешь ты здесь. О, нафиг пошел. Во, вот, видали, как это работает? Все, собак тоже прогнали. Ой. Вон там чьи-то глаза уже вдалеке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какого лешего этот шприц лежит? А это наш снеговик веселенький. Ой, не нравятся мне эти. О, дракон уехал куда-то. Это что? А, щелкаем, щелкаем. А, в голову нужно, смотрите. Или нет? Я правильно все делаю? Пожалуйста, скажите, что я все сделал правильно. Вроде прогнался. Вот это вот что у меня на камере? Я чуть не вижу. Дракон пасть открыл? Я не понимаю. А это кто? Чё за розовый динозаврик? Как знаете, из детских телешоу про динозавриков, которые, ну, костюм динозаврика в американских ток-шоу. Есть там такой динозаврик, который веселенький, розовый, прыгает и глупо себе ведет. Вот это он, похож очень. Блин, жесть, полтретьего, ну мы отбились. Опять этот звук. Опять кто-то ко мне подходит. Да вы чё, угораете, хватит так делать. Так. Уди, псина сутулая. Ты уди, ты уди. Ты... А где дракон? Он панда подходит. Дракон куда-то убежал. Вот этот мелкий, кстати, который меня грохнул. Видите, он там сидит. Правда, за камерой не видно, но он там. На заднем плане. Блин, игрушка классная, кстати. Столько жутких экспонатов хотят меня убить. Так, мы прожили ровно полночи. Снеговик опять вон лапу, видите, поднимает. Чё, блин, лапу убери. Лапу, говорю, убери. Лапу, говорю, убери. О, музыка заиграла. Так, откуда... Вот этот мелкий убежал. Так, а как... Где на камерах что-то щелкать или не на камерах? Не понимаю. По-моему, не на камерах. Да блин, где? Так, музыка вроде прекратила играть. Я не знаю, я не понял. Твою мать. Ладно, тут на все нужно щелкать. Это я понял. Сейчас заиграла музыка. Я, видимо, где-то его все-таки нащелкал, да, здесь на карте. Потому что он перестал играть. И это хорошо. Только не знаю, что не помогло. Либо здесь я что-то прощелкал, либо... Это что? Пчела? Это пчела. Твою мать. А, пчела! Какая-то жуткая страшная пчела! Вот, получай, получай, получай по башке! Получай, тупая пчела! На-н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 а-
Так, надо Арлекина посмотреть и всех остальных. Чё, нам обратно залезть? Ты чё лезешь-то? Офигеть, они все активные. Вы видали, сколько здесь экспонатов? Опять ты. Но этого я помню. Этого крокодила я помню. БГГшечки. В глаза, скотине. Так-то, блин. Нефиг ко мне подходить. Фух. Одна собака. Этот второй. Этот третий. Какой-то дракон тут четвертый. Да кто опять? О, дракош пришел. Здравствуй, дебила кусочек. Нам явно будет что рассказать нашему другу. И музыка, кстати, заиграла. Это атака или не атака? Я не хочу умирать. Фу, блин. Почему третья ночь такая жесткая? Но она больше жесткая, потому что я не совсем...
пока не совсем разобрался, но вроде разбираюсь. Фух. Так, ладно, живем, друзья. 45 секунд. Осталось совсем чуть-чуть. Дракон какой-то странный, видите, стал. Да, это была пасть дракона, по ходу дела. До этого. А еще одна пчела. О. Так, с горе пополам прошли третью ночь. Охренеть, их там видали? Пчела, панда. Наконец-то 6 часов. Я не хочу быть ни одной секунды в этом месте. Hello? Ты здесь? Я ухожу. Я так не думаю. Кто-то сказал. Нашу девушку не отпустили, и нашу героиню кто-то там был. Я помню, что вначале говорилось о том, что она еще помимо того, что в этой лавке сидит, она еще за кем-то присматривает. Кто-то в какой-то комнате, то ли ребенок, то ли внук бабушкин, то ли сын, не знаю. Короче, она за кем-то следила, если верить диалогам. И вот она, видимо, этому кому-то сказала, что типа «я ухожу». А в ответ вместо нормального голоса человеческого «нет, я так не думаю». Короче, я, видимо, не отпустит. Погнали дальше играть. Офигеть, тут реально панда, крокодил, пчела, орликин, собака сутулая, дракон и снеговик. Это только это уже 7 аниматроников, 7 экспонатов. Там явно есть что-то еще. Призрак этот, например. Валентина? Ты где? Я в магазине бабушки. Я нашел что-то Милу. Что? Это опасно? Иди домой быстро. Твои родители что, скоро вернутся? Полицию надо позвонить. Я не могу это сделать. Ты не понимаешь? Короче, я так понимаю, что она не может сейчас уйти. Да, мне насрать на протоколы. Слишком поздно. Короче, забей на все. Ну, короче, она обозлилась на него. Сама, говорит, разберусь. Как не хватает субтитров? Субтитры я бы хотя бы перевел их и адаптировал. А так на слух чисто переводить. Ну, в общем, она что-то недовольна чем-то. Не может уйти. По какой-то причине. Ну, собственно, продолжаем играть. Четвертая ночь. Ой-ой-ой, ладно. Нужно меньше паники. Меньше паники, больше дел. Мониторим вот эти вот 4 главные камеры, чтобы прогонять непрошенных гостей, да? Вот, уже начали. А панду и крокодила мы прогнать не можем, они приходят ко мне. Также помимо них проходит еще какой-то розовый динозаврик. И какая-то пчела странная. О, музыка опять играет, где-то с левой стороны. Так, это я здесь ее нащелкал? Или не здесь я ее нащелкал? Не понял. Значит, на камерах где-то. Что у меня с камерами? Я не вижу ничего. Да. У меня перестали работать камеры, представляете? Продолжаем выживать, друзья. Почти 2 ночи. А уже ровно 2 ночи, так. О, нифига, синхрат какая должна быть жуткая. Так, всех успокаиваем. Опа! Опачки! Сюда какой-нибудь кликер нужно поставить непременно. Так, тихо. Вот эта собака уже не прогоняется, кстати. И... А-а-а! Там, короче, ушла. Ушел дракон и ушла. И собака стала вплотную, она больше не прогоняется обратно. Я не знаю, почему. Я совершенно этого не понимаю. Вот видите, она все. И это тоже все. Вы угораете. А-а-а-а! Почему у вас так много? Почему вы такие страшные? Какая же жесть.
Три ночи, ладно, хорошо. Собаки не прогоняются. Этот чел на меня смотрит, этот чел... Они все на меня смотрят? Они все какие-то странные. Они уже на всех камерах, да, я так понимаю? Зашибись. Я всегда об этом мечтал. Чтобы они все пришли и на всех камерах начали меня... Меня начали пугать. Так, полчетвертого, друзья. Мне, если честно, немножечко устала рука. Вот так вот прощелкивать их. Боже, они все ближе и ближе. Все, они мне грохнули камеры. Кто-то мне грохнул камеры. И я не понимаю, почему. А что делать? А, нет, не грохнули, нормально. Но они перестали работать на какое-то время. Блин, классный геймплей. Бегаешь, короче, щелкаешь камеры, как сумасшедший. Просвечиваешь. Я одновременно нажимаю левую и правую кнопку мышки. То есть одновременно переключаю, одновременно прощелкиваю. Собака тупая. Так, кто-то ко мне уже подходит ближе и вплотную. Ой-ой-ой-ой. Кто там у нас? А, крокодил. Здравствуйте, господин зеленый. Из вас бы чемодан бы сделать, сюда отправить домой. Полпятого. Тихо. Ой. Странно, что они все уже смотрят на меня вплотную на камере, но пока еще не убивают. От чего это зависит, без понятия. Нужно, может быть, чтобы они все... Чтобы я всех профукал. Я профукал Арлекина. Я профукал собаку. Видите, она не уходит. Этот чел тоже не отворачивается больше. Дракон. Я всех профукал. Дракон вернулся. Только он пасть свою открыл поганую. Тупой дракоша. Все-таки убил меня. Я не понял, у них что, стадии какие-то есть? 5.20, 5.26, 5.27. Там дракоша ушел. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. А где он? Где он? Он убежал. Я все прощелкиваю. Я дракошу не вижу. А-а-а. Геймплей интересно. То есть, видите, я прощелкиваю камеру 2, 3А, 4, 3Б и 4А. Там в основном аниматроники, которые стоят на месте, и у них стадии. Так. Да! У меня рука реально устала. Ну, то есть, 4 камеры, вот эти вот левые крайние, там на одном Арлекин, потом собака сутулая, дракон и какой-то чел, сидящий, смотрящий прям в камеру, да? Вот они четверо никуда не уходят, они просто меняют стадии. И в какой-то момент, если долго на них не смотреть, то они стадии уже обратно никуда не уберут. И рано или поздно тебя грохнут, как у меня вот до этого убил дракон. А все остальное приходит, их нужно подсвечивать. По сути, весь геймплей — это проверка 4 камер, затем просвет в глаза тем, кто приходит. И иногда включать свет, который вырубает снеговик. В принципе, вот такой геймплей. Я думаю, что для второй ночи хватит. Пусть моя рука отдохнет. Но непременно ждите третью серию, где мы пройдем игру полностью, и я покажу вам менюшку экстра. Большое спасибо за внимание. Обязательно, друзья, ставьте лайки, поддержите мое прихождение и вступайте в группу ВКонтакте. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. А также в описании найдете ссылочки на мой телеграм-канал, на мой Дзен и на мой Бусти. Подписки на Бусти очень мне помогают выпускать новые видео на канале. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.